Казахстан сегодня – это страна, в которой реализуются крупные мировые промышленные проекты. Один из них – освоение гигантского нефтяного месторождения «Кашаган», который представляет собой значимый международный проект. Освоение «Кашагана» происходит в рамках соглашения о разделе продукции по Северному Каспию. Проект внедряет в жизнь North Caspian Operating Company, выступая от имени семи признанных международных нефтяных компаний, обладающих огромным опытом и знаниями в геологоразведке. Освоение «Кашагана» — это уникальное разрешение технических сложностей в условиях сурового климата и вопросов материально-технического обеспечения. «Кашаган» — крупнейшее нефтяное месторождение из открытых в мире за последние 40 лет. Геологические запасы нефти составляют 35 миллиардов баррелей. Ожидаемый максимальный уровень добычи нефти – 1,5 миллиона баррелей в сутки. Коллектор высокого давления залегает на глубине 4200 метров и занимает площадь 75 километров в длину и 45 километров в ширину. Месторождение содержит высокопарафинированную нефть с 15% содержанием сероводорода. Индивидуальные характеристики «Кашагана» выводят промышленные параметры на новый уровень и требуют проведения широкого комплекса мер предосторожности и вложения инвестиций для управления рисками безопасности. Специфичный нефтяной коллектор – не единственная сложность проекта. Северный Каспий характеризуется мелководьем, когда воды из-за воздействия арктических температур скованы льдом на протяжении 5 месяцев в году. Удаленность Каспийского моря от промышленных центров усложняет перемещение и доставку технологического оборудования из-за ограниченных возможностей водных путей, открытых для судоходства всего 6 месяцев в году. Масштаб и специфичность Кашаганского проекта не позволяют применять традиционные подходы к разработке нефтегазового месторождения. Для защиты от дрейфующих льдов технологические объекты устанавливают на искусственных островах, что делает схему освоения месторождения уникальной. За исключением первоначального этапа добычи, почти 80% непереработанного сернистого газа будет подвергнуто обратной закачке. На наземной установке комплексной переработки нефти и газа «Болашак», расположенной в западном Яскине Атырауской области, запланирована переработка жидкости и газа. Для освоения месторождения намечены 3 последовательных этапа. На первом этапе опытно-промышленной разработки пропускная способность достигнет уровня 450 тысяч баррелей нефти в сутки. На втором этапе уровень добычи возрастет до 1 миллиона баррелей в сутки. А на третьем объем добычи должен будет достигнуть рубежа в 1,5 миллиона баррелей в сутки. Реализация 3 этапов будет проходить по единой концепции с применением искусственных островов для бурения скважин и технологических комплексов. Освоение месторождения начнется с восточной части, с последующим переходом к центральной и западной частям. На этапе полномасштабного освоения предполагается задействовать свыше 240 скважин, более 30 автоматических буровых центров и нескольких эксплуатационных технологических установок. Сегодня в рамках опытно-промышленной стадии проводятся строительные работы. Последующие фазы находятся в стадии планирования. Кашаганский проект — это яркий пример применения ряда технологических инноваций. Наиболее важное из них — создание искусственных островов из песка и природного известняка, которые добываются в карьерах и доставляются к объектам на крупногабаритных баржах. Каждый остров локализован по периметру металлическими укреплениями. В маловероятном случае разлива нефти море и морское дно будут защищены герметичной мембраной, изготовленной из геотекстильного материала, которым покрыта поверхность острова. Еще одним примером инноваций является концепция применения предварительно собранных барж, укрепленных между анкерными сваями. Баржи собираются в различных частях мира и доставляются на Каспий через Волго-Донской канал. Для реализации такого сложного проекта внедрена оригинальная операционная модель. Контроль за всеми видами работ осуществляет North Caspian Operating Company, действующая от имени 7 участников консорциума. НКОК отвечает за определение и управление общей стратегией проекта, планирование, координацию и интеграцию всех видов работ в рамках освоения Кашаганского месторождения. В соответствии с положениями операционной модели, проведение работ делегировано 4 агентам НКОК. Аджип ККО отвечает за реализацию этапа 1. Shell Development Казахстан реализует этап 2, при этом наземная часть работ проводится
Аджип ККО. Shell и Казмунайгаз будут совместно управлять производственным процессом. ExxonMobil взял на себя буровые работы на втором этапе. Деятельность в рамках соглашения о разделе продукции в дополнение к нефтегазовой части предполагает широкие возможности для экономического развития Казахстана. Каспийское море – особо чувствительная экологическая зона с большим разнообразием животного и растительного мира. Для предупреждения рисков North Caspian Operating Company регулярно обновляет отчеты по оценке воздействия на окружающую среду, обеспечивает внедрение систем и процедур для эффективного реагирования на незапланированные и нежелательные ситуации. Важными целями НКОК являются содействие в сфере развития экономики Республики Казахстан, повышение квалификационного уровня сотрудников, а также постоянное наращивание производственных мощностей казахстанских компаний. Компании выделяются значительные финансовые средства на строительство объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций. За последние несколько лет в Атырауской и Мангистауской областях реализованы десятки подобных проектов. North Caspian Operating Company, работая в тесном сотрудничестве с местными органами власти, акцентирует внимание на долгосрочном сотрудничестве в данном направлении. Производственный цикл освоения Кашаганского месторождения насчитывает десятки лет. Согласно прогнозам, в течение этого времени Казахстан получит миллиарды долларов дохода от проекта. North Caspian Operating Company рассматривает Кашаганский проект как превосходную возможность для стабильного развития и решения уникальных технических задач, для соблюдения природоохранных требований и реализации социальных проектов. Являясь частью казахстанского общества, North Caspian Operating Company настроена на преодоление различных сложностей и совместно со своими агентами и партнерами в рамках соглашения о разделе продукции по Северному Каспию ставит своей целью внести весомый вклад в развитие промышленности, экономики и благосостояния граждан Республики Казахстан.